Итак, видео записываю для истории, для своего главного подписчика. Короче, у меня движок стал барахлить. Зажигание, когда даешься, он сзади трубы столько белого дыма, масло стало жрать. Короче, не знаю, что творится. Подозрение на вот этот четвертый. Отсюда вот масло, то все парит он. Не знаю, что с ним случилось, придется туда лезть. А мне охота. В общем, посмотрим, будем разбирать сейчас. Так, начал я разбирать. Открутил свечки, проверил компрессию. Здесь я 11, 10, 11, здесь я 7. Меньше нормы. Вот отсюда компрессия не держит. Потом масло залил, как обычно, кольца держат, клапан не держит. Но мне такой этот проверить нельзя, клапан протереть. Но там можно, если масло залил, а потом по скорости падения давления на манометре можно определить, клапан прогорел или клапан протереть надо, не протертый. Поэтому это у меня такого нету компрессиометра, у меня обычный, но я такой сейчас себе заказал, придет, проверим. Вот я движок разобрал, посмотрел, я считаю, да, и вот он, вот этот четвертый. Эти все нормально, все поршневая нормально. Вот здесь у меня проблемы. Вот, вот это черное нормальное, вот этот по цвету там бывает. Ну, здесь я посмотрел, так-то они почищены сейчас. Но везде было равномерно. Равномерный цвет, нигде никаких прогорел. И этот клапан тоже не прогорел. Но что-то здесь и не пойму я. Сейчас будем разбирать с другой стороны, маслосъемники снимать, глянем. Вот он, этот четвертый клапан, весь он масса отсюда идет страшная. Угар, загар. Так, ладно, сейчас детально все посмотрим. Так, в общем, разобрал я вот эти все клапана, млапана. Очень интересная история получилась с этим делом. Карбюратор я не снимал, надо было снять. Ну ладно, черт с ним. А эти края потом ножом зачистил я все, когда их соединял, шлифанул. Не к фрезеровщику бегал, а к этому. Вот этой. Сперва ножом зачистил все, потом вот этой шлифовалкой. Блестит, как будто у фрезеровщика был. Эти клапана выбивал вот отбойником. Кончик сточил. Более-менее аккуратно выбивал. И так далее. Я его перебрал. А, клапана сточились. Здесь почти 0,1 миллиметра сточено. Ну, видно. Что за напасть? У меня направляющий. Треснуло. Ни один клапан не прогорел, они просто сточились. А вот эта одна направляющая в первом цилиндре полетела. Это я и через него масло травила. Вот он вон внутри маслосъемник. Кошмар. Такие дела. Эти направляющие с этим снимал. Вот он, подшипник. То все. Сразу вот это полетело к чертовой матери. Диаметр вообще туда с трудом залазил. Пришлось обтачивать. Из мягкого металла. Надо каленый болт найти.
Это я отбойником их выбивал потихоньку. До-до-до-до-до-до-до. Может, кувалдой бить как-то. Друга не рассчитаешь. А отбойником 3 джоуля удар. Потихоньку выбивал. Часть клапанов. Вообще не стерлись. Часть стерлись. Пришлось это делать все. Здесь я этот движок разобрал. Это у меня рассухариватель. Один, второй. Три направляющих поменял. Притирку делал. Клапанов. Это у нас набор зенки. В общем, притер все. Вот за эти выбивал тут. А эти снимал. Масляные колпачки. Кошмар. Легче электромобиль купить, чем это все изучать. Да ну его к черту. То-то не то-то, это не это. Ну, микрометром мерил. 1/10 они сточились. Такие дела, сам перебрал, с трудом завелся он там. Это кошмар. А что такое? А, еще какой-то ключ квадратный. Это к чему? Это я не понял к чему. Это к чему? Так, ладно. Вот это хорошее. Крупно. Зернистое. Мелкозернистая. Так, ладно. Не знаю, перебирать это, не перебирать. Легче вообще этим не связываться.